Сергей Александрович, ну, серия сложная очень, но, тем не менее, я думаю, что плюсы есть. Пожалуйста, расскажите нам о итогах серии выездной. Ну, в целом, серия, конечно, была сложная. Без всякого сомнения. Начали мы ее не так, как хотелось бы, но потом нашли силы, нашли желание, нашли эмоции и провели, скажем так, неплохой матч с командой Тольятти. И, конечно, был хорошо проведенный матч с командой «Локомотив». Сегодня последняя игра – это самое сложное. И, конечно, мы пытались с тренерским штабом и с ребятами разговаривали постоянно, как важно ключевые моменты, в какие-то ключевые моменты иметь хладнокровие, иметь самообладание, терпение. И сегодня мы дотерпели до конца. Ребята молодцы, выложились. Так что нам предстоит завтра день отдыха и в бой уже дома в Ледовом.